Еще раз всем добрый вечер. Сегодня у нас с вами идут правила добавления акций подарков по второму каталогу, плюс все акции, которые на данный момент стартуют в компании. Всем привет-привет! Всех очень рада видеть. Ну что ж, давайте же с вами приступим. Во-первых, обязательно вы должны знать, что Елена Потанина создала новый клип об акции новичка. Его можно выгружать везде, в свои соцсети, в свои группы, да, то есть на свои ютубы. Но самое главное правило при скачивании, конечно же, вы ставите лайк тому, кто трудился под видео. То есть ей раскрутка канала, знак благодарности от вас, а вам первоклассный ролик, да, поэтому прежде чем его скачать и залить на свой ютуб, обязательно ставьте лайк. И прежде чем залить его на свой YouTube, его нужно переименовать в исходные папки, откуда вы будете выгружать. То есть вы его скачали, там есть название, да, то есть вы переименовываете это название, а потом скачиваете на YouTube. Только тогда ваш ролик не заспамится. Да, Леночка огромная умница. У всех ли есть этот ролик на YouTube? У кого нет, добавляйте в закладочки. И после вебинара обязательно исправляйтесь. И обязательно пиарьте этот ролик везде. И Елена Потанина нам очень помогает с вами поднять товарооборот. Вот, плюсики у кого есть на YouTube-канале, минусики у кого нету, кто об этом не знал. Хочется видеть, для кого эта информация была полезной. Не зря ли я все это вам сейчас рассказываю. Отлично, отлично. Пожалуйста, скачивайте. Лена Потанина рада помочь всем. Огромное-огромное ей спасибо за это. Все, молодцы, молодцы. Ну, директора, конечно же, да, директора это в первую очередь. Уже все сделали. Просто замечательно. Низкий поклон нашей дорогой Леночке Потаниной из Киргизии. Она, наверное, икает уже. Вот, ну что ж, поехалите с вами дальше. Разрешите представиться, с вами Кононова Анна, старший международный директор в открытом звании, закрепленное звание старший национальный директор. По итогам этого каталога, скорее всего, у нас есть большой шанс подтвердить международного директора, вот, и быть просто в статусе открытого старшего международного. Вот, меня почему-то не дало, значит, не переименовала Оля. Вот, переименовывать надо ждать, вот, поэтому этот каталог будет у нас как на иголках, а следующий у нас с вами будет двухнедельный период. Итак, поехалите с вами дальше. График каталогов на 2018 год, я думаю, все видели, что у нас осталось два двухнедельных каталога, вот, и каталог номер два у нас с вами действует с 22 января по 11 февраля, он будет трехнедельный, предпраздничный. Итак, поехали с вами дальше. Так, значит, в каталоге, конечно же, это ко дню влюбленных каталог сделан. Боже мой, сколько всякой ерунды я назаказывала, классной, красивой. Ой, буду печь кексики и все такое прочее. Я очень много назаказывала всего. И вы знаете, оно, скорее всего, мне все и пригодится. Вот, даже форму для корицы заказала. Вот. Итак, конечно же, в первую очередь у нас с вами... Так, минуточку. У нас с вами подарок. Это парфюмерная и туалетная вода для новичков. На заднем плане у меня там заказ пришел. Скоро буду снимать, выкладывать на YouTube. Вот, кашки, супчики и все такое прочее. Вот такие вот две водички, да. Мужская легенда 75 мл – это туалетная вода. И женская парфюмерная вода идет 50 мл. Да? То есть туалетная и парфюмерная отличаются стойкостью, да? Стойкостью, концентрацией и так далее. То есть парфюмерная она более стойкая, поэтому туалетной побольше. Вот, что хочу сказать про эти ароматы. Очень удивительно, но когда мы с вами тестировали ароматы, допустим, эти же от Юдашкина, эти же ароматы Боуман, да, и так далее, были довольны, были недовольны этими ароматами. Тут же я хочу вам сказать, что эти ароматы понравились всем 10 людям, которые тестировали эти ароматы на себе.
реально на себе. Даже мой муж сказал, что Аня, я хочу, чтобы так от тебя пахло, что он этот аромат очень понравился. Ну, что хочу про них сказать, сейчас освежу в памяти. Что хочу про них сказать? Женский аромат, первая нота – это свежесть, легкость, невесомость, что-то такое приятное. Минут через 10 оно переходит в терпкость, держится, ну, я заметила, что 8-9 часов на мне оно продержалось, да, вот, очень удачный аромат, понравился мне, понравился всем девчонкам, причем у Кати были подружки по 17 лет, им тоже понравилось, то есть и молодежи нравится, и все, и все одним разом сказали, что это сладкий, классный, терпкий, но не приторный аромат дорогой женщины. Вот как я его вам охарактеризую. И сейчас он может быть подарок для всех, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации. Мужской аромат – это... Нет, это не спорт, это деловой какой-то такой образ мужчины, уверенного в себе. Да, вот что-то типа этого. Очень-очень приятный мужской аромат. Мне понравился с удовольствием. Еще бы заказала. Вот. Далее, что бы хотела сказать. Все, кто зарегистрирован до 11 февраля, как со смартфона, через Puffin, по-моему, браузер Puffin. Вот, значит, все, кто до 11 февраля 2018 года зарегистрируется или уже был зарегистрирован и не делал заказов с момента регистрации, пусть это было даже 3 каталога назад, без разницы, да, пусть этот человек даже в распечатках по личной группе покрашен красным цветом, то есть идет на терминацию, всем положен подарок по этой акции новичка. То есть все, кто не сделал заказа с момента регистрации ни одного, это новичок. Новичок, который имеет право получить вот на выбор одну из туалетных или парфюмерных, вот всего лишь, ну, за 1 рубль, за 1 гривну, за 1 тенге и так далее. Значит, с 12 по 25 февраля счастливчики будут забирать этот парфюм. Скажите, пожалуйста, много ли у вас желающих на этот парфюм? Кто этот аромат уже чувствовал на себе? Как он вам? Мне очень интересно знать и ваше мнение, потому что я часто снимаю обзоры, и мне бы хотелось в обзорах говорить только правду. У меня протестировали 10 человек, и никто не сказал «фу». Все сказали: «Боже мой, как классно, сколько стоит, наверное, дорогой». Да, то есть вот первое мнение, да, то есть вот такие вот новые парные ароматы от Faberlic созданы известным парфюмером Антуаном Ли. Вот, и вы знаете, я довольна тем, что Faberlic начал создавать реально стоящие парфюмерные и туалетные воды, которые большинству людей нравятся. То есть все, кто зарегистрирован по 11 февраля и ни разу не делал заказы с момента регистрации, получают скидку 20% на всю продукцию. До 11 февраля оплачивают обязательно заказ на сумму 1200 рублей. Да, как вы видите, или другие страны, все другие страны, да, мы основные указали тут. 600 гривен, 10 тысяч тенге, 55 белорусских рублей и 600 лей. Да, все, я думаю, видели. Вот, на данную сумму мы делаем заказ, и с 12 по 25 февраля мы получаем вместе с очередным заказом в подарок за 1 рубль или так далее. Да, женский сладкий, сладкий такой аромат, притягательный, но не приторный, он терпкий, но не приторный. Ой, очень вкусно пахнет. Итак, вот, значит, без учета автозаказов и сервисных сборов, и сборов за доставку продукции. Что это значит? Если вы заказали какое-то платьишко, и оно у вас упало в автозаказ, то это не считается. Если у вас, допустим, сервисный сбор 99 рублей, вот я сейчас делала заказ, за 10 баллов с меня взяли 99 рублей доставку, она не входит в сумму заказа. Каталоги входят в сумму заказа. Далее, значит, сборов за доставку продукции, это в некоторых странах еще сборы остались. Далее, значит, и потом, когда
вы будете забирать вот эту вот легенду водичку, вы можете пойти 8 каталогов, то есть полгода по подаркам по программе Faberlic Club. О них мы с вами расскажем позже. Клевая, да, парфюмерия? Ой, и у мужа есть, и у вас, да? Отлично, Ириночка, здорово. Вот. Далее, на подарок новичка или первый шаг стартовой программы, то есть это одно и то же, имеет право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации на проекте. Еще закажешь, да, вот у меня тоже, мне хочется еще заказать. Я, наверное, на 8 марта буду эту водичку дарить. Вот. Также важно, оплата должна пройти до конца каталога, иначе новичок не увидит подарки в следующем каталоге в промо. Это очень важно, все ли про это знали. Поставьте, пожалуйста, плюсики, минусики, очень важно это донести до новичков. Вот. Также у нас с вами, конечно же, есть отчет по неоплаченным заказам, и там можно увидеть. Если вы не знаете, где взять этот отчет, пишите мне или своим директорам. Директора вам вышлют наиподробнейшее видео, куда нажать, как пройти, чтобы увидеть неоплаченные заказы. Очень важно. Вот. То есть, смотрите, если человек зарегистрирован не более 3 каталогов назад и не делал еще заказов, то ему положен подарок новичка. На 4-й каталог человек, который пришел на проект и не сделал ни одного заказа, он красится красным цветом и удаляется на первой неделе начала нового каталога. Далее. Важно, это очень важно, потому что тут очень часто бывают спорные моменты, когда люди пишут личку: я сделала заказ, мне подарок не пришел. Мне не пришел подарок, почему мне его не дали? Вот. Самое интересное, что тут два варианта. Если какой-то один подарок и не на выбор, то он может вас ждать сразу уже в накладной, то есть ваших новичков или вас, если вы будете первый раз делать заказ. А вот первый вариант – это самый основной вариант, который должен быть у вас всегда под рукой, когда ваш новичок делает заказ, потому что подарок надо выбирать самим вручную. То есть новичок, допустим, компании второй сделал заказ на 2000 рублей, оплатил его до конца каталога, и в каталоге номер 3 вы этому новичку пишете: привет, получилось ли забрать водичку парфюмерную, какую выбрала, мужскую или женскую, ты видела там воды на выбор. И только тогда безошибочно люди забирают свои подарки. И тут очень важный момент: если это не написать человеку, человек будет негативно думать о компании, потому что мы с вами на то и наставники, чтобы полностью заботиться о новичке. Если же все-таки случилось такое, что человек сделал заказ, ему подарок не пришел, то он имеет право в течение 3 каталогов забрать этот подарок. Вот. И также, когда новичок нажимает на выбор, нужно обязательно нажать кнопку «Применить изменения». Только тогда парфюмерная или туалетная вода в подарок на выбор упадет в вашу накладную. Да? То есть после перезагрузки посмотрите накладную. Может быть, это вам кажется много и сложно, но на самом деле, на деле это 20-30 секунд, не больше времени займет. Выбрать, нажать, применить. Когда вы нажимаете кнопочку «Применить изменения», то у вас оно сразу же обновляется, то есть ничего не надо обновлять, оно сразу же обновляется, вы катите колесико вниз и смотрите, что аромат за 1 рубль в подарок упал, да, вот, все про это знаете. Далее с вами поехали. Итак, очень важно знать, что компания очень лояльна к своим новичкам. И если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, это может быть из-за того, что сумма заказа была меньше, чем нужно для получения, или новичок забыл оплатить заказ до конца каталога, то у него был пробный шаг, после которого тоже можно получить подарок новичка этого периода, но только в том случае, если не сделать перерыва между заказами. То есть, если он в каталоге номер 1 забыл заказ оплатить, каталог номер 2 он ничего не сделает, то в каталоге номер 3 у него сгорает возможность забрать акцию новичка. Если же он сделает в каталоге номер 2 заказ,
Получила. Молодец, молодец, Ириночка. Если же он в каталоге сделает заказ, то тогда будет все хорошо. Вот, тут обязательно нужно это знать. Вот, дальше. Дальше поехали, да, то есть где можно увидеть шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы. У всех эти отчеты есть. На данный момент я сегодня с утра их распечатывала, они все корректные, очень удобно по ним работать. Вы заходите в личный кабинет, потом нажимаете кнопочку «Отчеты», как вы видите, да, вот личный кабинет, потом «Отчеты», а потом вы нажимаете «Отчет по стартовой программе структура личной группы». Вводите свой регистрационный номер, нажимаете «Посмотреть» и видите, если у новичка написан «Пробный», то вы понимаете, что новичок у вас или полгода по подаркам пойдет, или у него эти подарки сгорят все полгода, да, и от вас сейчас зависит не только радость новичка, да, от пребывания на проекте в компании Faberlic, но еще и ваш товарооборот, да, то есть вам взаимно выгодно с этим новичком отработать по-хорошему, достучаться до него, Viber, WhatsApp, Telegram, сотовый телефон, Skype, да, соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Инстаграм, где вы его регистрировали, да, то есть на страничке для коллег и так далее. Очень важно отрабатывать пробный, первый и второй шаги, да. Третий шаг как-то уже люди более-менее сами выполняют, но все равно письмо лучше бы отправить, да, то есть, ну, немного у нас таких людей. Вот даже в моей большой структуре, в личной группе, 20 тысяч баллов у меня личная группа только, так и то там, ну, человек, ну, 60 идут всего лишь по стартовой программе, и я считаю, что 60 сообщений можно отправить за один час. Главное человека найти, да, то есть готовый скопированный текст вы можете разослать по людям, где ВКонтакте, где в Одноклассниках, где Viber, где WhatsApp, кто где работает, да, то есть, и, конечно же, знайте, что на проекте Faberlic онлайн идет автообзвон, но этот автообзвон, он не так действенен, если мы сами лично не регистрировали человека, да, вы должны понять. То есть, если оплата не прошла в прошлом каталоге, а водичку новичка за 1 рубль взяла, то шаг считается пробным. Новичок может сделать заказ. И если вы взяли водичку новичка за 1 рубль, да, то есть бон-бон чири, бон-бон кутюр и так далее, вот эти вот 4 туалетные водички 30 мл на выбор, то в этом каталоге новичок делает или заказ на 2500 и идет по полгода по подаркам по стартовой программе, или этот новичок делает минимальный заказ бон-бон черри, да, классная водичка, сладкая такая. На мой взгляд, немножко приторная, но когда она через 15 минут выветривается, очень классный шлейф, такой приятной, молодой особы. Вот, ну, в общем, да, она мне очень понравилась. Вот, и, конечно же, обязательно маме, да, здорово. И обязательно, чтобы новичок в этом каталоге делал, или он делает минимальный заказ, да, от 1000 рублей, вот, и забирает этот подарок, второй, или он делает на 2500 и забирает не только подарок, да, второй, но еще и, как даже сказать, выполняет второй шаг стартовой программы, который будет забирать в каталоге номер 3. Вот это очень важно. Ириночка, правильно, не запутала тебя? Хорошо все объяснила? Все понятно? Ну, мы сейчас еще вернемся. Так, всем ли понятно, где видеть шаги от пробного шага до 9-го шага стартовой программы? Да, отлично, отлично. Нет, эта акция, вот эта акция уже не для тех, кто получил вот одну из 4 на выбор. Нет, это новая акция. А те, кто уже получил водичку на выбор, они сейчас забирают вторую и потом выполняют или не выполняют второй шаг стартовой программы. Все, хорошо, спасибо вам большое за обратную связь. Вот, и, конечно же, все неновички, которые тоже хотят эту парфюмерную пару себе, да, могут купить набор с хорошей скидкой для себя. Да, то есть набор этот стоит 1299, и, конечно же, самая минимальная скидка — это 20%, 1299, вы читаете 20%, и там будет уже ваша сумма, то есть вы можете такой набор себе забрать очень даже недорого. А если новичок прошел по стартовой, но водичку не забрал, пробники взял, может он в этом взять
по 2 рубля. Посмотрите, должен быть выбор двух вод, если новичок не взял. То есть будет одна водичка написана, что первый шаг стартовой программы, и вторая водичка будет еще написана, скорее всего, в двух разных вкладочках. Вот. Далее, о чем хочется с вами поговорить. Вот как раз, кто забирает, поставьте, пожалуйста, плюсики, дорогие призеры, кто забирает в подарок прошедшего каталога 2 из 4 парфюмов на выбор. Поставьте мне плюсики, да, то есть будем сейчас вашу выгоду просчитывать, высчитывать, чтобы вы точно знали, что у нас выгоднее, чем в магазине, я не знаю, наверное, не в 2 раза, в 3. Вот. Одна была, и сейчас будет вторая водичка. Самое главное понять, что сейчас будет вторая. Первая была в первом заказе, сразу же дарилась, а сейчас вы будете делать второй заказ и можете выбрать вторую водичку. То есть за 2 каталога, за 2 заказа у вас 2 воды парфюмерных в подарок. Новичок забирает у Любы, да? Очень хорошо. Молодец, Любочка. Итак, значит, кто забирает подарки прошедшего каталога, ваша выгода в этом каталоге такова. Вы забираете этот подарок в промо, да, то есть эту парфюмерную водичку уже вторую. И можете выбрать подарок по программе Faberlic Club. Вы знаете, кто не знает о программе Faberlic Club, обязательно о ней сегодня поговорим. Вебинар будет длинный, может быть, часа и на полтора, но я вам расскажу все, чтобы ваши новички не нуждались ни в каких правилах, чтобы их наставники знали все. Самое важное, конечно же, наставникам сейчас слушать. Вот. Уж поверьте мне, на практике испытано, да, то есть 21 директорская веточка за 3 года отстроена, и на подарки я всегда обращала очень-очень большое внимание, потому что подарки – это двигатель торговли. Любая женщина любит подарки, а у нас с вами интернет-проект состоит из женщин. Я и то, когда выбираю подарки по программе Faberlic Club со своей зарплатой, да, извините меня, мне и то приятно, халява, извините за сленг, но она есть. На самом деле этого в магазине нету. Вот, такого нет, чтобы вы там купили на 1000 рублей и вам еще 2 маски, да, подарили, да, вот, допустим, для лица, да, те, кто идут по программе Faberlic Club. И, конечно же, у вас также будет, дорогие призеры, скидка 20 или 26%. Вот, итак, и сейчас перед вами выбор, да, вы сейчас можете забирать вторую воду, вот, любую на выбор. И, конечно же, вы можете сделать заказ на 2500 или на 2500 или на 5000 рублей и выполнить второй шаг стартовой программы. Если вы сделаете заказ меньше, то у вас сгорает право на участие в стартовой программе. Что такое стартовая программа, сейчас мы с вами поговорим. Это когда вы покупаете хиты наборов по очень низким ценам. 300 рублей или 99 рублей. Да? Ну вот, допустим, взять, если 9-й шаг стартовой программы, там идет 2 парфюмерных полноценных водички на выбор, да, которые стоят отнюдь не 99 рублей, которые стоят там по 700 рублей. Да? И вы забираете 2 парфюмерных геля для душа, которые вторят аромату вашей парфюмерной воды. Да, то есть вот такой шикарный набор вы можете забрать за 99 рублей или за 300 рублей. Выгодно одинаково. Итак, сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, так же, как и в подарок новичка, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Обязательно оплата до конца каталога по стартовой программе, так же, как и по акции новичка. И если вы сделаете менее этой суммы, у вас сгорит право на участие в 9-шаговой стартовой программе, но 20% скидки плюс подарок новичка плюс Faberlic Club вы получаете, это у вас, грубо говоря, не сгорит никогда. Вот вы, допустим, по Faberlic Club делаете 3 каталога подряд, заказы, да, у вас эти баллы копятся или вы их сразу же забираете. Потом вы можете сделать перерыв и, самое главное, забрать
2500, да, в ценах каталога, но новичку лучше говорить 2500, потому что когда он набивает заказ, он набивает ровно 2500, и тогда у него сумма заказов, которая необходима для получения стартовой программы, не входит в сервисные сборы и сборы за доставку продукции, покрываются, понимаете? А то, если вы скажете, что 20% скидки, да, еще от этой суммы, тогда не забывайте сказать, что сборы за доставку и сервисные сборы не входят. Очень важно это говорить. Если вы скажете одно, но не скажете другое, человек может слететь с полгода подарка. Да, да, пробники входят. Входит, все хорошо. 265 рублей или 365. Ну, сейчас дойдем, увидим пробники. Куртку брала. Да, у нас платная доставка. Платная доставка, но это, в принципе, перекрывается подарками. Все равно выгоднее, чем не... Все равно выгоднее, на самом деле. Перекрывается подарками, перекрывается скидкой цены каталога, перекрывается выплатами, да, то есть все-все-все. Аня, у меня новичок зарегистрирован в конце каталога, но заказ сделать не успела. Она на дисконт пришла. Она может забрать прошлый подарок? Прошлый подарок нет, новый только новый. Парфюмерная водичка на выбор идет. Ну что ж, вот у нас с вами наша стартовая программа. Первый шаг стартовой программы всегда новый. В прошлом каталоге был парфюм из 4 на выбор. 2 парфюма, да. В этом каталоге у нас с вами Urban Legend. Вот, тоже на выбор будет. И второй шаг, это, конечно же, уже... Продукция, которая на выбор, но тут вы можете выбрать любой шампунь, любую маску для волос из серии «Эксперт» и набор для рук Grand Prince Hand Care, который идет как очищающий. Вот, там идет 3 средства, там идет и пилинг, и шлифовка, и питание. Третье – это Дом Фаберлик набор, концентрированный порошок универсальный или для цветного белья, или для белого белья. И далее идет пятновыводитель. Если ваш человек хочет зарегистрироваться, он может чуть позже сделать заказ, конечно, может. А не, только пусть не ждет более 3 каталогов. И смотрите, если он пришел в этом каталоге, но он будет делать заказ, допустим, через 2 каталога, то ему будет положена акция новичка та, что будет через 2 каталога, а не это. Если заказ не оплачен, но сделан, да, вам нужно написать заявление в обратную связь. Обязательно, чтобы вам этот оплаченный заказ перевели в баллы прошлый каталог и дали возможность забрать 2 парфюмерных воды при заказе этого периода Валентина. Это очень важно написать в первый день, потому что каталог продлен до 23 числа включительно. Если вы напишете 24, подарки сгорят. Ну, мужей многие регистрируют, Ириночка, на самом деле многие регистрируют, проходят стартовую программу, им это нравится, потом начинают структуру строить, вот. Итак, если у нас счастливчики, которые идут на втором шаге стартовой программы, напишите цифру 2, кто на третьем 3, кто на четвертом 4 и так далее, напишите цифры. Обязательно мы будем знать, что вы идете по стартовой программе. Вторые, пятый шаг, четвертый. Отлично, отлично. Оля, да, я знаю, что ты делала большие заказы всегда. Жду вторую водичку. Молодцы. 3 шага, 5 шагов. Ну, отлично. Стартовая программа, конечно, хорошо работает. Вот, итак, третий шаг стартовой программы – это концентрированный стиральный порошок универсальный и пятновыводитель экстраокси. Вся косметика для дома биоразлагаемая, экологически чистая, не наносит вреда окружающей среде и подходит для всей семьи. Четвертый шаг – это набор продуктов Oxyology. Это дневной крем, ночной крем. То есть это идет один из 3 наборов по уходу за кожей. Кислородное сияние, кислородный баланс, кислородное питание. Да, то есть для жирной, для сухой, для ослабленной кожи, то, что именно нужно вам. Вот.
Пятый шаг стартовой программы – это самая ходовая линеечка, это Skyline, это декоративная косметика. Там в состав входит губная помада цвет на выбор, тоналка цвет на выбор, тушь цвет на выбор и каял для глаз цвет на выбор. Тоже как бы хорошо. Шестой шаг стартовой программы – это серия Dom Faberlic, это средство для чистки духовок и плит, средство для чистки ванных комнат, унитазов и крем для чистки металлических поверхностей и средство для мытья стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Вот. Далее. Ириночка, у нас сегодня очень объемный вебинар. Хотелось бы в полтора часа его закончить, поэтому по продукции я вас провожу в продуктовый чат. Можете задавать вопросы там. Далее. Седьмой шаг стартовой программы – это серия «Эксперт». Это микродембразия и энзимный микропилинг с анокислотами, который отшелушивает вашу кожу. Ваша кожа становится просто как кожа младенца. Такая мягкая, такая. Она стирает все морщинки. Но после этой процедуры 12 часов нельзя выходить на прямые солнечные лучи. Уж очень глубокая очистка. Эту картинку, ну да, можно скинуть, конечно. Восьмой шаг стартовой программы. Давайте я скину в структурный чат, в наш структурный чат проекта Faberlic Online. Все, я думаю, там есть в структурном чате, потому что в обучении есть ссылка на доступ в этот чат. Вот, тот, кто проходил новое обучение, все знают, что у нас новый структурный чат, который стартовал с новым обучением с 9 января. Итак, восьмой шаг стартовой программы, ну, это люксовая линейка, моя любимая, мой фаворит, это Secret Story. Там идет помада, цвет на выбор, крем, тональный крем двойной агент, который идет на одну кнопочку нажимаете, идет основа под макияж, на вторую кнопочку нажимаете и выходит тональный крем. Пятый, это третий, то есть это тушь, и четвертый это лак, цвет на выбор, да, там есть песочный, винилюкс и так далее. И девятый шаг стартовой программы, вот как раз таки самый-самый дорогой, вам решать забирать его за 299 рублей или за 99 рублей. Вот, все, кто не знают цены своих стран, дорогие коллеги, у нас с вами есть командный сайт Faberlic Online, и я вам сброшу ссылочку сейчас на раздел по стартовой программе, и вы можете посмотреть, какие суммы заказов вам нужно выполнять каждые все полгода для того, чтобы идти по этой стартовой программе. Минуточку, вот сейчас прогрузится, а пока мы с вами поедем дальше. Итак, значит, все вы, наверное, поняли, что стартовая программа – это первый шаг. Да, первый шаг стартовой программы – это акция новичка. Вот, то есть это одно и то же. Акция новичка и первый шаг стартовой программы. Обязательно давайте с вами закрепим по стартовой программе знания. В сумму заказов, необходимых для получения, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Обязательно, знаете, цена наборов по каталогу растет и с каждым новым шагом, но их стоимость для вас остается прежним. При этом вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой вариант оплаты. То есть, допустим, если вы сделали заказ в этом каталоге, да, чтобы выполнить второй шаг стартовой программы, вы, к примеру, сделали на 2500, да, в ценах каталога. Цена набора в периоде номер 2 вас ждет за 299 рублей, шампунь, бальзам и набор для рук Grand Prix Skincare, да? Вот. И, допустим, в каталоге в следующем вы решили сделать заказ на 5000 рублей, да, 4999 минус 20%, то в следующем, в позаследующем каталоге, получается, вы уже будете забирать набор за 99 рублей. Потом вы решили, что вам столько продукции не надо, и вы опять делаете заказ на 2500 и опять забираете набор за 300 рублей. Всем понятно? То есть вы можете, самое главное, не делать перерывов между шагами стартовой программы, идти подряд, то есть ежекаталожно делать заказ. Вот, сейчас, значит, загрузилась, скорее всего, уже. Я сейчас нахожусь на нашем командном сайте, захожу в раздел «Программы и акции». И в разделе «Программы и акции» я увижу стартовую программу, ее вам скопирую. Так, акции для новичков. Вот, стартовая программа, и там указаны суммы всех до единой стран, чтобы вам было удобно. Да, то есть указано Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Молдова, Киргизия и Турция.
Вот. Все, скидываю ссылочку. Нажмите мне хотя бы один плюсик, что вы по ней прошли, что все хорошо. Вот, значит, стартовую программу мы с вами изучили. Много кто по ней идет, как вы видите. И я сама по ней прошла, и прошла под дочкой стартовую программу, и вообще довольна условиями стартовой программы. И, конечно же, у нас с вами радостная новость. Сайт повисел немножко. И, если честно, те, кто делают большие заказы, то они получили по 80, по 120 купонов. Да, у меня лично было 77 купонов. Вот, это, конечно, огромное количество купонов, которые невозможно было израсходовать. И благо, что сайт висанул, да, грубо говоря, и купоны продлили. И мы их с вами можем, все, кто не израсходовал свои купончики, в промо-акциях на втором шаге заказа забирать. Валечка, я вот 77 купонов израсходовала, а я же делаю под собой и под Катей заказы. И получается, что под собой я уже не стала расходовать, потому что я поняла, что невозможно столько много продукции заказать. Вот. И вот сейчас, благодаря зависанию сайта, мы с вами все в плюсе, потому что те, кто делают большие заказы, они не могут физически столько много израсходовать. 70, 80, 120 купонов. Я понимаю, 1, 2, 5 купонов, ну 10. Но когда их уже больше 20, вы понимаете, что столько продукции в дом вам не надо, вам нужно бегать, нужно продавать. А лучше, конечно, вместо продаж порекрутировать. Вот. И все-таки срок действия купонов продлили до 11 февраля, до самого конца каталога. Они вас ждут в разделе промо-акции. Вот. В общем, радуемся всем. Вот. Вот ссылочка на стартовую программу, пожалуйста. И еще одну ссылочку я вам давала на ролик Елены Потаниной, вот в начале вебинара, для того, чтобы вы его загрузили на свой YouTube-канал. Сейчас минуточку еще раз продублирую и больше давайте отвлекаться не будем. Пожалуйста, помогайте мне, если кто-то будет ссылочки просить. Да, я тоже очень рада. Ничего страшного, да, сайт пару дней повисел, они там переезжают с одного сервера на другой, куплено хорошее, качественное, дорогостоящее оборудование, да, с чем было связано зависание сайта, да, то есть и нам вот дали такой вот такое фору, да, нам дали, чтобы мы все забрали. Конечно же, все купоны я заберу. Вот, и как вы видите, сейчас перед вами скриншот из моего личного кабинета, где мне предлагают эти купоны забрать. Как раз сегодняшний скриншот. Вот, у кого есть купоны, забирайте. Купоны это за покупку из, так, минутку, из 18-го, 19-го каталога. Кто в 18-м и в 19-м каталоге купончики получал, те могут их израсходовать вот сейчас в первый и второй каталог. Круто, круто, мне все понравилось. Условия. Так, и далее, значит, у нас с вами идет набор пробников. Стоимость набора по России 265 рублей. Вы можете также в разделе новости, внизу, в самом низу. Все вы знаете, что новости сверху пока пропали. И в самом низу у вас есть новости. Новости компании, новости бизнеса, еще что-то. Вы нажимаете на общие новости, просто на жирное слово новости в начале. И у вас выходит все новости, которые есть в вашей стране. Распродажи и так далее, и так далее. И вы там вот увидите наборы пробников. Ну, купоны бывают очень часто, Ириночка. Если ты новичок, ничего страшного. Купоны бывают часто. Для выполнения шага 2 достаточно сделать сумму 2499. И неважно, какое будет количество баллов. Баллы не важны. Да, баллы не важны, важна оплата до заказа каталога. Да, Катюша, молодец, хороший вопрос. Я, кстати, вот это не сказала. Да, баллы не важны. Итак, набор пробников для новичков предложен на предпоследнем шаге заказа в разделе промо-акции, там же, где вас ждут купоны, подраздел акции консультанта. Если купоны вас ждут в подразделе акции каталога, то набор пробников акции консультанта. Далее, это некратные акции, можно забрать один раз. Этот набор ждет каждого новичка с момента регистрации 3 каталога, потом сгорает. Точно так же, как и стартовая программа ждет 3 каталога, VIP-привилегии ждут 3 каталога и так далее. Ну что ж, поговорим с вами сейчас о Турции. Кто же хочет просто так скататься в Турцию? Вот просто так, с проектом, за счет проекта.
поотдыхать, на катамаранчике покататься, в хорошем отеле пожить, в море поборбаться, да? Вот скажите, пожалуйста, вот мне сейчас, если бы вас на работе по найму сказали бы, давай ты будешь зарабатывать 30-40 тысяч, вот научись зарабатывать 30-40 тысяч каждые 3 недели, не каждый месяц, а каждые 3 недели, а мы тебя за это в Турцию свозим. Возможно такое? Вот. А в нашей компании Фаберлик возможно. И интернет-проект Фаберлик Онлайн запустил новую, да, уже не новую акцию, но первую акцию, за счет которой вы сможете не только хорошо зарабатывать, не только выйти на уровень директора, но еще и съездить просто так бесплатно в Турцию с проектом проживания, питания и так далее. Все за счет проекта Фаберлик Онлайн. То есть это внутренняя акция только для зарегистрированных на проекте Фаберлик Онлайн от основателей проекта. Тани Сафроновой, Коли Андрейко и меня, Ани Кононовой. Нет, на одного человека, за остальных можете доплачивать, всей семьей нет. Далее, значит, какие условия? Значит, условия у нас с вами уже поджимают. До открытия квалификации директора у вас осталось 2 каталога. То есть, если человек совсем новичок, то он должен в каталоге номер 4 открыть уровень 3000 баллов. Открываете уровень 3000 баллов и с момента открытия 3000 баллов делаете 100 баллов личного оборота, то есть становитесь VIP-консультантом. Кстати, когда вы станете VIP-консультантом, не забудьте пройти тренинг, проставить галочки в кабинете, перевестись на СЦ прописки, чтобы компания под вас регистрировала людей. Не забывайте про это и не забывайте про это говорить своим новоиспеченным VIP-ом. Итак, от темы отошла. Вот, также, значит, с момента по сравнению с каталогом номер 14 2017 года. То есть вы можете посмотреть, сколько у вас был прирост на момент 2017 каталога. Давайте приведем с вами живой пример. Напишите, любой лидер, который сейчас уже открыл квалификацию на Турцию, идет, старается ее выполнить. Дайте мне свой регистрационный номер, и я прямо через сообщество вас найду, так, желательно структуру Кононовых. Именно Кононовых, потому что я, если не Кононовый, я не найду вас в своей структуре. И я вам покажу пример. То есть вы в разделе «Моя структура» применяете 14-й каталог и смотрите, сколько у вас там был групповой оборот. Групповой оборот полностью, да? Допустим, вы были на 6%, вы были на 600 баллах, да? Ну, Саша, это уже старшие директора, скоро уже драгоценные будут, у них там уже вот-вот драгоценности скоро начнут открываться. Итак, смотрите, к примеру, да, 200 баллов, 6%, 200 баллов, значит, каталогу номер 4 у вас должно быть 3400 баллов. Поняли? Поставьте плюсик, это очень легко в понимании. Если вы по итогам 14-го каталога 2017 года, допустим, были на 200 баллах. Кто был на 6%, да? Кто был на 600 баллах, значит, у вас должно быть 3600 к каталогу номер 4. Кто был на 1000 баллов, значит, у вас должно быть, так, 12%, 1000 баллов, значит, у вас должно быть 4000 баллов к каталогу номер 4. 100 баллов это сколько? 100 баллов, 100 баллов, ну смотря в какой стране, примерно 10 тысяч рублей. Примерно так, это уже VIP-консультанты. Скажите, пожалуйста, кто желает поехать, кто желает поскорее квалифицироваться на Турцию? То есть вы открываете не позднее, чем в каталоге номер 4 директора. С момента открытия квалификации на Турцию вы делаете 100 баллов ЛО и прирастаете на 3000 баллов по сравнению с 14-м каталогом. У нас с вами есть на проекте директора, которые за 53 дня открыли уровень 3000 баллов с момента регистрации. 53 дня с момента регистрации. Алина, вы в каком каталоге зарегистрировались к нам?
В каком каталоге? Если после 14 уже, да, допустим, в каталоге номер 15, да, в 18, да, 3000 баллов для вас ровно 3. То есть с момента регистрации, на каком бы вы уровне ни были, вы должны прирасти на 3000 баллов. И обязательно вам нужно получить бонус 55 тысяч. Если с 17 каталога, ну то же самое, 3000 баллов. И после того, как вы открываете 3000 баллов, вы больше не падаете, вы подтверждаете 8 каталогов уровень директора, получаете 55 тысяч рублей единовременной премии помимо основных выплат и едете с нами в Турцию. Понятно? Задавайте вопросы. Я очень хочу свозить вас всех в Турцию. Три тысячи баллов надо удержать в 8 каталогов. И еще и 55 тысяч, да. Да, но это вам от компании, там уже вы сами решаете, куда вы их денете. Нам главное, чтобы вы их получили. Ириночка, в каком каталоге ты пришла на проект? В прошлом? Если вы в прошлом, да, в прошлом каталоге, то есть твоя задача найти 60 человек, которые будут делать в твоей структуре по 50 баллов до 4 каталога включительно. Кто на 3%? То же самое. 59 человек найдите. Олечка, после вебинара, к сожалению, я иду в кино. Сегодня у меня муж позвал в кино. Видите, я уже накрасилась, волосы уложила. Завтра, пожалуйста, а сегодня я хочу в кино сходить. Ой, если честно, не знаю, комедия какая-то. Конечно, статус директора – это не только престижно, это не только гордость, но это еще и хорошие выплаты. Ну ничего страшного, опечатки бывают. Я тоже очень часто опечатываюсь, и я на опечатки никогда внимания не обращаю, потому что я очень невнимательно печатаю. Скажите, пожалуйста, кто возьмется за такую амбициозную цель? Кто будет работать? Если вам ничего не понятно, просто старайтесь найти за, получается, так, 21 день. Плюс 14 дней, это сколько будет дней? Вот за это количество дней старайтесь найти 60 человек, которые у вас будут на постоянку делать 50 баллов. Что для ваших людей возможно? Это стартовая программа, да, это уровень, это рост, это объемная скидка. Просто старайтесь это сделать, даже если вам непонятно, ничего не понятно. И с каталога номер 4, если вы открываете уровень 3000 баллов, это для новичков, конечно же, да, вы открываете уровень 3000 баллов, да, то есть прирост, то вы квалифицируетесь и идете в чат Турции. В чат Турции, и, конечно же, нужно уже начинать обязательно делать загранпаспорта. Всякое бывает, загранпаспорта обязательно нужно делать. С вас загранпаспорта. Поэтому сейчас с этого момента знайте, что у вас осталось всего лишь 2 каталога для того, чтобы бесплатно съездить в Турцию и получить бонус 55 тысяч русских рублей. Дорогие другие страны, да, то есть Казахстан, Беларусь, Молдова, напомните, сколько это в вашей валюте, вашей страны, я забыла, если честно, выручите меня, пожалуйста, сколько бонуса за директора. Кто есть на выбор? Спасибо. Но я сегодня еще хорошо накрасилась. Вот, мы пойдем в кино. Ну ладно, сейчас не про это.
Хорошо продавать, это очень здорово, это очень здорово. Приглашать плохо получается, значит, надо сменить тактику. Обязательно созванивайся со своим директором, потому что ваш директор как-то директором стал. И, конечно же, нужны амбиции, нужна настойчивость, да. То есть, если вы сегодня не нашли регистрацию, которая сделала 50 баллов, ну, ё-моё, ищите лучше. Кому-то осталось всего лишь 1000 доделать, да, кому-то 500 баллов осталось доделать, да. Это вообще 100% можно легко сделать, чтобы поехать. Да, то есть 19% лидеры, которые на момент открытия квалификации в 14-м каталоге, да, сделать 1000 прироста, ну это вообще ерунда. Я вас жду в Турции, я вас жду в призерах на 55 тысяч от компании. Да, более 20 тысяч, да. Ой, спасибо большое. Все меня засмущали, я сейчас буду красная, а не красивая. 22 тысячи, спасибо, Олечка. Если вы открываете квалификацию директора, это 3000 баллов, и с момента открытия директора 8 каталогов держитесь и не падаете, из 18, да, 8 каталогов из 18 вы держитесь, да, то где-то может быть 2000. Это для получения бонуса, но не для квалификации на Турцию, я сейчас вам говорю, да. То есть 55 тысяч вас интересует единовременной премии, да. То есть у нас с вами есть те же каталожные выплаты по маркетинг-плану, и у нас с вами есть квалификационные бонусы. Вот чтобы получить квалификационный бонус, нужно открыть уровень, без разницы какой, да, директор, старший директор, серебряный, золотой, они все поощряются хорошими бонусами, да. Допустим, золотой директор – это 165 тысяч рублей, серебряный директор – это 110 тысяч рублей, старший директор – это 27 тысяч 500 рублей, это добавочный такой уровень, раньше его не было, и обычный директор простой 3000 баллов – это 55 тысяч рублей. И вам нужно из 18 каталогов, да, подтвердиться 8 раз, чтобы получить эти 55 тысяч. Ириночка, у вас в личном кабинете, когда вы заходите, у вас написано, кто вы, на каком вы уровне. Прямо написано, кто вы были в прошлом каталоге и кто вы на сейчас. За свой счет можно легко, пожалуйста, кто не выполнил, недовыполнил условия или еще что-то, да, то есть директора, все едут, очень много кто едет за свой счет, потому что все-таки мы будем массово брать путевки, и все равно они будут подешевле, чем бы вы ехали одни. Шаблоны готовы идут в новом обучении, в 11 обучениях на командном сайте, Ириночка. Вот. На командном сайте. Если что, Оля предоставит тебе все шаблоны. Тебе досталась просто супер наставница. Самое главное – расти и знать, что это серьезно, это легально. Так, давайте же с вами будем пропускать. Акция возвращения в бизнес неизвестна. Никто о ней не знает ничего. Если кто-то узнал, прошу написать. Зависла? Меня точно не видно? Меня видно, слышно? Поставьте, пожалуйста. Итак, все по Турции все поняли. Я вас всех зову в Турцию. Очень хочу с вами спинки погреть на солнышке, да, вашей компании. Кто не сможет квалифицироваться, пожалуйста, можете ехать так просто с нами. Записывайтесь. Записывайтесь, попадайте в чат. Самое главное, чтобы на момент выполнения квалификации у вас был загранпаспорт. Без него мы вас никуда не сможем вывести. Вот это очень-очень важно. Загранпаспорт. Итак, у нас с вами в этом каталоге мега-акция «Большая стирка». Что хочу про нее рассказать? Во-первых, выпущены новые концентрированные стиральные порошки. Они идут 900, по-моему, грамм или 800. Так, народ, я забыла. По-моему, 800 грамм, да? Вот, и вот этой пачечки маленькой хватает на 3 килограмма, потому 800, спасибо, потому что он идет концентрированный. Выпустился аромат «Морозный день», «Альпийские луга», он у меня уже есть дома, я про него сняла обзор.
Классно, ароматы совпадают, точно так же стирает. Мы запустили по одной стирочке того и другого, сразу оба открыли. Такой приятный аромат на балкончике, да, то есть мне все нравится, меня все устраивает. И вот 15 счастливчиков, которые купят вот этот вот стиральный порошок, могут получить еще и стиральную машину в подарок, да, то есть 15 стиральных машин сейчас разыгрывается. Вот, во-первых, когда вы покупаете порошок, вы получаете гарантированную скидку на любой продукт косметики для дома в каталоге номер 3 с 12 по 25 февраля. Вот, 50%. Это практически те же самые купоны, которые вы сейчас расходуете, только они будут чисто за порошок и только на косметику для дома. Понятно вам всем, да? Очень хорошо. Только на косметику для дома. Именно для дома, не декоративную косметику, да? То есть бытовую химию, другими словами. Вот и Олечка пришла, солнце наше. Оль, мы тебя тут хвалили, а ты, наверное, не слышала. Вот, и вот чем больше, понятно, что чем больше вы порошков купите, тем больше у вас прибавляется шанса, вот, тем больше у вас прибавляется шанса выиграть стиральную машину. Вот. Давайте с вами посмотрим подробные условия. Значит, вот, это скриншот с личного кабинета Faberlic. Значит, что тут написано? Шаг первый. Купите новый стиральный порошок с ароматом «Альпийские луга» или «Морозный день» с 22 января по 11 февраля. Вот, и потом получите скидку 50% на любой продукт косметики для дома из каталога номер 3. То есть это беспроигрышная акция, вы все равно получаете купон, даже если не выиграете машину. Поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот, и, конечно же, с 12 по 25 февраля, сколько порошков вы купите, да, к примеру, вы купили 10 порошков, вам вложили 10 купонов, значит, на 10 продуктов косметики для дома вы получаете с 12 по 25 февраля скидку 50%, да, если вы купили 3, то все по 3, все. Значит, так, далее, скидка предоставляется от базовой черной цены каталога. Далее, значит, 19 февраля, с 19 февраля мы ищем имена счастливчиков на сайте. 15 участников акции получат в подарок стиральную машину. Их определит автоматическая электронная система. То есть это что-то типа генератора чисел, я бы так вам сказала. Ну что ж, всем все, я думаю, понятно. Оль, взяла оба, ароматы классные, мне понравились, честное слово. А, не разыгрываются? Ну, там, скорее всего, будет какая-то новая, другая акция. И, скорее всего, у вас есть акция Faberlic Club. Все ли видели новинки? Мне удалось заказать все до единой новинки. Я вам сниму про них видео, кто урвал. Конечно, вот сервировочную тарелку взяла всего лишь одну штучку. Вот думала, надо было бы штучек 10 взять и гостей удивить таким чудом. Жалко, что нету кружки с сердечком. Вообще было бы здорово. Вот. И далее появился новый триммер моему идеальному мужчине. Это функциональный подарок для практичного мужчины. Незаменимый аксессуар. По-моему, он от батареек. А, встроенный аккумулятор. Этот аккумулятор заряжается очень хорошо. Наверное, от компьютера также можно заряжать. Или как вот айфоны, знаете, можно через зарядку, через розетку можно от компьютера всяко-разно заряжать. Да? Две насадки и много у него очень функций. Да? То есть, как вы видите, можно убирать волосы из ушей, из носа. Можно убирать бакенбарды, да? То есть, равнять бороду. То есть, как ваш мужчина любит. Взяла этот триммер, но пока он в пути. Он пока в пути. Заказ уже оплатила, все, очень жду, но пока еще не вижу. Итак, и конечно же у нас с вами есть правило, как добавлять акции по акции каталогам. Очень много ошибок, когда бонусы за покупку приходят... Ой, прошу прощения, кисточка упала. Когда бонусы за покупку приходят дорого. Что это за бонусы за покупку? Вот смотрите, сейчас я вам наглядно показываю. Это каталог «Россия» у меня. Вот видите, любая губная помада за 169 рублей при покупке по каталогу на сумму 299 рублей. Вот это как раз и есть те самые бонусы за покупку.
Я купила сегодня после обеда триммер. Он был, не знаю, если нет, ну, значит, уже разобрали, потому что, в принципе, он не на батарейках, и это очень радует. Далее, значит, да, то есть вот это бонус за покупку. И если вы из каталога вот данный продукт добавляете в корзину, он вам приходит дорого. Он вам придет за 269 рублей вместо 169. Поняли? Ага, вот, девочки, добавляйте в закладки, новичкам своим отправляйте. Видите, Оля Дубяга видео скинула. Обязательно себе в закладочке. Хоп-хоп. Вот. Да, вот. И это обязательно нужно понимать, потому что именно вот эти вот бонусы за покупку, они очень вкусные, они на самом деле дешевые, они на самом деле со скидкой. Вот еще, да, видите, такой же бонус. Вот еще бонус. Смотрите, да? Ой, нет. Нет, это уже не то. Это просто скидка. То есть, если у вас есть такие вот скидочки, которые нужно наглядно показать, да? Так, любые два геля для душа. Вот это вот вы из каталога добавляете, да? А, любые два продукта, это тоже из каталога, да? А есть вот такие вот бонусы за покупку, которые нужно брать на втором шаге стартовой программы, иначе они вам придут дорого. Их ни в коем случае нельзя брать из каталога. И вот сейчас я взяла письмо Дарьи Пахильчук, нашего серебряного директора. Вот, так, куда это я его дела? И сейчас я вам его скину. Сейчас я вам его скину. Так, Фаберлик Клуб, подсказка, дисконт. Так, правила, вот я его сюда, Коле Дубяге, поместила. Так, правила добавления акций по каталогу номер 2. Обязательно смотрите этот документ, потому что акций у нас много. Так, акций у нас очень много. Сейчас я пройду по ссылочке. И вы тоже по ней пройдите. Мы чуть-чуть немножко об этом поговорим. Да, то есть действуют три основные правила выбора товара, как вы видите. Во-первых, акции товары, которые нужно добавлять в корзину, это акции каталога. Как вы видите, этих акций у нас с вами, ой, я их перечислять не буду, их очень много. Почитайте, пожалуйста, сами. 60, 70, 84 акции. Это обалдеть, это так много, я очень удивлена, если честно. И далее у нас с вами идут акции товара, которые нужно выбирать в разделе промо-акции. Таких акций всего лишь 16, и вы не путайтесь в них, пожалуйста. И они вас все ждут в промо. Их всего лишь 16. Посмотрите на них именно в этом документике. И вы никогда не будете путаться, даже если я вам непонятно объяснила, у вас есть жирная шпаргалка под рукой. И продукция, которая автоматически добавляется в заказ, это наши подарки. Это дополнительные подарки по каталогу. Если вы покупаете тени секрет стори, то вам карандаш для глаз секрет стори в подарок за 1 рубль. Здорово, здорово. И также вам вложится в подарок за 1 рубль пробник нового женского аромата каталога номер 3 Рената, да, Рената Литвинова, которая при покупке декоративной косметики Secret Story. То есть, купив два продукта Secret Story, вы получаете в подарок карандаш для глаз и пробник нового женского аромата каталога номер 3. Это акции, которые вы можете получить столько, сколько захотите. То есть, если вы купили 10 теней Secret Story, да, допустим, захотели к 8 марта сделать заказ и купили 10 теней Secret Story, чтобы подарить 10 своим там любимым мамам, бабушкам, хотела сказать, дедушкам, простите, сестрам, да, подругам, то вам вложится 10 карандашей в подарок. Это акция из каталога. Ее нужно обязательно знать, дорогие коллеги. Все ли понятно? Все ли понятно? Я переживаю. Да? То есть, первое, это продукцию, которую нужно добавлять в корзину. Далее, значит, продукцию, которую нельзя добавлять из каталога, а нужно добавлять в промо-акциях. И наши подарки, продукция, которая добавляется автоматически в заказ. Наши подарки. У нас таких два. То есть, у нас есть шанс попробовать раньше всех новый женский аромат и дарится карандаш при покупке Secret Story теней. Обязательно. Там указаны все артикулы, там все указано. Все. Я думаю, все хорошо.
Ссылочку, если что, просите и в чате, и везде 10 раз скинем, лишь бы наши дорогие новички не заказывали бонусы за покупку в 10 раз, ой, в 2 раза дороже, чем они есть на самом деле. Да, вы сами понимаете, что как наставники вы должны уже сейчас понимать, да, если вы, допустим, накупили, да, вот давайте возьмем страничку каталога России. Так, страничку 9, да, тут идет губная помада цвет на выбор при покупке по каталогу на сумму 299 рублей. То есть, если вы купили на 1000 рублей, вы можете взять 4 такие помады в разделе промо-акции. Вот почему эти помады там. Поняли сейчас? Олечка, конечно, мне или Кантошке. Без разницы, кому ты обратишься. Обычно, если просто задание открывать, вы идете, обучаетесь по заданиям, то открывает Антон задание. Вот, давайте напишу свой телеграм. Плюс 7 919 501 83 89. Пожалуйста. Задание открывает и проверяет вот этот данный телеграм в лице моего мужа. Вот я вчера весь день готовила вот данный вебинар, данную презентацию, разбиралась в акциях, а он отвечал в Телеграме на вопросы. Да. Все, пожалуйста, находите его, он будет все задания отвечать, все будет хорошо, все здорово. И, конечно же, мы с вами должны, обязаны просто знать и рассказывать об этом каждому новичку, потому что 6% дополнительной скидки – это круто. Все мы можем в одном заказе получить скидку 20 или 26% плюс подарки всегда 100% по программе Faberlic Club, которую мы с вами сегодня обсудим. Вот, значит, пример. Если у вас личный оборот до 50 баллов, то на следующий каталог у вас остается скидка 20%, как у зарегистрированного. Да? То есть у всех зарегистрированных людей сразу же с момента регистрации скидка 20% на всю продукцию фиксирована. Да? Если же у вас личный оборот от 50 баллов, был, то на следующий каталог вы получаете скидку 26%. Все ли об этом знали? Плюсики, минусики. Да, одна помада на каждые 299. Настя, молодец. Правильно поняла, хорошо. И, конечно же, обязательно мы с вами должны знать и доносить до своих новичков, что интернет-проект Faberlic Online предоставляет вам незаменимые инструменты для работы в интернете. Самое главное, вам их взять у своих наставников. Это свой лендинг от проекта, да, то есть если вы активируетесь в течение суток, и обязательно об этом рассказывайте. Второе, это интернет-магазин от компании, он тоже активируется в течение суток, очень много новичков получают. Интернет-магазин, проставляет галочки, получает ссылку, а он у них не работает. А он работать начинает ровно через сутки, поэтому без паники. Интернет-магазин не положен в Беларуси по законодательству страны. Вот, так что, дорогие белорусы, если вы недовольны, приезжайте ко мне жить в Киров. Вот. Так, третье, это рекрутинговые ролики, которые вы можете выгрузить на свой канал YouTube. Не забывайте, что ежекаталожно создается акция новичка, которую вы ежекаталожно можете заливать на свой YouTube. И 4 ролика для продавцов, покупателей, на бизнес, как активироваться, да, то есть все это есть. Да, вот тут недавно в чате, в каком-то из чатов, я уже не успела ответить, потому что уже начинался вебинар, пишут, как мне рассказать новичку, чтобы он активировался. Да очень просто, посылайте ролик со своего YouTube-канала от Елены Потаниной, которая рассказывает, для чего нужно активироваться, и все. Если у вас нет своих слов, пожалуйста, посылайте ролик Лены Потаниной, и все у вас будет хорошо. На все снято. Самое главное, где это взять. Если вы не знаете, где это взять, то значит вы не прошли новое обучение, потому что в новом обучении вас в принудительном порядке всех до единого заставляют открывать свои ютубы и скачивать эти 4 ролика на свой ютуб-канал. Поэтому все. Поэтому, если кто-то мне после вебинара напишет, Аня, у меня таких клипов нету на моем канале, вы пойманы. Вот.
Далее, бесплатные поэтапные 11 заданий, которые помогут влиться в бизнес легко и просто. Абсолютно новое обучение стартовало 9 января. И все, кто в личку со мной спорит, что я уже прошла обучение, я не хочу проходить его заново, знайте, что с 9 января обучение полностью кардинально поменялось и практически перевернулось с ног на голову. Да? Те, кто уже прошел хотя бы до 3-го, до 4-го задания, отпишитесь. Понятно ли вам обучение, все ли вам нравится, поняли ли вы, что оно полностью профессионально для вас составлено, поняли ли вы, что оно намного легче, намного проще стало. И, конечно же, это все 100% для вас бесплатно. И лендинг, и магазин, интернет-магазин. Конечно же, мы понимаем, как новичку сложно начинать в интернете, если у него нету своего магазина, своего лендинга. Это все предоставляется, все в ваших руках, да? Плюс за это вы получаете премию, и не забывайте, что вы едете в Турцию. Выполняйте квалификацию, она для вас, мы вас свозим. Вы представляете, вы будете неделю вместе с нами общаться. Вы будете неделю задавать нам вопросы. Мы готовы с вами общаться. Мы хотим с вами вместе лежать и загорать. Выполняйте. Оля, вот ты, чтобы выполнила 100%. Я тебя очень жду. Еленочка, это в задании, по-моему, номер 3 или 4. Напомните, в каком это задании, дорогие, кто уже прошел до 3-го, 4-го задания, вернитесь туда и обязательно, обязательно на 3-м, да, на 3-м задании командного сайта Faberlic Online вы открываете, и все ролики вам там даны. Поэтому обязательно перепроходите все обучение, которое стартовало 9 января. Снимаем все короны, даже все директора, драгоценные директора проекта, все короны свои сняли и обучались заново. Поэтому новички, уж тем более, прошу обучиться. Да, то есть топ-лидеры обязательно. Итак, компания номер 2 нам с вами еще и продолжает программу Faberlic Club. Да, супер обучение. У кого брать доступ? У наставника или у своего директора? По Инстаграму обучение непонятно. Посмотрим, посмотрим. Вот, значит, накопительная программа Faberlic Club. А что же это такое? Это программа для всех. Для директоров, даже для элитных директоров. Да, даже для новичков, которые вчера к нам пришли и зарегистрировались. Она для всех, и она постоянно. Даже если у вас сгорают баллы по стартовой программе, вы можете в любой момент ее восстановить и снова быть на плаву, и снова быть с подарками. Поэтому обязательно слушайте, потому что те, у кого кончилась стартовая программа, кто-то слетел со стартовой программы, не понял условия, да, кто-то не забрал подарок по акции новичка и расстроился. Faberlic Club, она на постоянной основе работает. Ее просто нужно немножко понять. И программа Faberlic Club, она для всех. Абсолютно для всех. Итак, к примеру, вы приходите на проект и делаете свой первый заказ на акцию новичка. Например, ваш заказ весил сколько-то баллов, да? И вот эти баллы, они перечисляются в бонусы. И вот на эти бонусы от 5 бонусов вы уже можете забирать подарки или эти бонусы копить. Единственное, что если вы делаете перерыв между заказами, да, то есть в первом каталоге сделали, во втором пропустили, в третьем каталоге сделали, то у вас программа Faberlic Club сгорает. То есть если вы знаете, что у вас накопилось большое количество баллов, но вы в следующем каталоге не хотите делать заказ, максимально заберите все свои бонусы, чтобы они у вас не сгорели. Может быть, да, может быть, чат по Инстаграму нету, скорее всего, да, вот Оль, молодец. Вот, по Инстаграму, в чате Инстаграма, Ларисочка. Там несколько директоров, Татьяна Шалобродова, Катя Гизима и еще кто-то вплотную обучает людей. Да, вам там помогут. Именно в чате Инстаграма ссылочка на подключение в чат Инстаграма спрятана под словом в обучении на командном сайте. Профильные чаты, Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Все есть. Ваше дело пройти внимательно всего лишь 11 заданий. Поэтому давайте внимательно. Кто решил просто посмотреть, что там есть, и закрыл, то откройте заново и 10 заданий пройдите. Ничего страшного не будет, вы будете знать, чему мы обучаем ваших новоиспеченных новичков. Да, 11 заданий. 11 еще пока не очень-то готово. Вот.
Далее, значит, один бонус равен одному баллу. Все поняли? Скажите, пожалуйста. Я сломалась, да? Ирин, Олечка тебе в помощь, она тебе все распутает. На пятом, да? Хорошо. Всем все понятно. Молодцы, да? То есть знаете, что стартовая программа у вас может сгореть. Если вы сделали заказ в первом каталоге, то на 10 баллов, то у вас 10 бонусов на второй каталог начислилось. Если во втором каталоге вы сделали 15 баллов, то 10 плюс 15, это получается 25 бонусов. Если в третьем каталоге вы не сделали заказ, да, забыли сделать заказ в третьем каталоге или оплатить его до конца каталога, без разницы, то есть в каталоге не было оплаченного заказа, то тогда у вас сгорает 15 баллов и остается 10. Поняли? Вот такая вот система. И самое важное, что я вам забыла сказать, что программа начисляется от 5 бонусов, вы уже можете забирать свои подарки, да, можете копить там на комплект постельного белья и так далее, сумка там была дорожная, еще что-то, да, какие-то большие подарки, и также до 150 бонусов, то есть если вы сделали заказ на 200 баллов, то вам всего лишь 150 бонусов начислится, да, то есть до 150 бонусов идет начисление. Все, это мы с вами обсудили. Что у нас дальше? Дальше у нас с вами есть VIP-программа, по которой мы с вами говорили, о которой мы с вами подробно обсуждали. И я ее сейчас, потому что мы с вами долго сидим, пропущу. Вот, обязательно пропущу, потому что у нас с вами уже по VIP-у в прошлом каталоге был VIP-парад. У кого есть ссылочка на данное видео, давайте я сейчас сама найду VIP-парад. И если вам хочется подробнейше послушать про VIP-программу, то я вас отправлю на VIP-парад, и вы посмотрите. Так, закрываем каталог с приростом. Вот VIP-парад, и там еще лайфхаки, как человека выводить на заказ, да, и все такое прочее. Очень много различных советов. Так, 43 секунды. Ну, перемотайте на начало, нечаянно так скинулось. Да, то есть, пожалуйста, посмотрите, и все у вас будет хорошо. Какой тренинг не открывается? Перезагрузитесь, с другого браузера зайдите, если не открывается с одного браузера. Ну и, конечно же, давайте с вами посмотрим, если, к примеру, наш новичок пришел бы первый каталог работы и сделал бы 100 баллов, что ему положено, да? То есть он выйдет на 3%, он получает денежку за структуру или за свой заказ, да, то есть получается от 180 рублей. Далее он получает все привилегии VIP-а первого уровня, это и 70% скидка на любой продукт, 50% скидка на пробники, там, вы знаете, пробников 50 точно можно забрать. Далее он участвует в распределении контактов заинтересованных покупателей. Далее он получает, конечно же, не 20, а 26% от цены каталога на все, кроме одежды, скидку. Первый шаг стартовой программы 100% уже проходит. Сайт от проекта свой личный лендинг обязательно получает. И возможность редактировать свой лендинг. Да? То есть все, кто делает более 50 баллов, они могут свой лендинг редактировать. Да, то есть смотрите, что я сейчас имею в виду. Давайте я сейчас зайду в свою страничку ВКонтакте быстренько, чтобы вам было понятно, и вышлю вам свой лендинг. Обязательно вышлю вам свой лендинг, чтобы вы понимали, о чем я сейчас говорю. Когда вы пролистаете лендинг мой немножечко в глубину, вы увидите, что я туда поместила запись о своей истории успеха. Свой лендинг – это свой личный сайт. Какое видео на свой канал YouTube? Если вебинар, вебинар я вам не советую, потому что это бесполезно. Чужие вебинары, они вам наоборот в минус, чем в плюс, потому что все будут думать, что у нее своего языка нет, она свой вебинар не может, да, то есть провести. И как бы наоборот мнение о человеке портится, если вы чужие вебинары на свои YouTube скачиваете, это не в плюс. А если вы скачиваете рекрутинговые ролики, которые специально Елена Потанина, да,
создает для команды, для всего проекта, то это очень важно их скачать и себе на YouTube закачать. Да, две разные вещи. Про какое видео вы спрашиваете? Скажите, пожалуйста, все ли увидели ссылочку на, не ссылочку, а историю успеха? Конечно, свои с марафона обязательно можно. Да, все ли увидели? Да, то есть там чуть поближе, внизу так и написано «Моя история успеха». Ее можно уменьшить, увеличить, и можно различные посты на постоянку писать. Вот с 50 баллов у вас такая возможность редактирования своего лендинга прибавляется. Все видели, да? Ну вот, значит, знаете. Ну и, конечно же, условия программы «Быстрый старт». Те, кто недавно пришел и хочет квалифицироваться на Турцию, вы еще и можете вместо 55 тысяч получить 110. Это не сказки. Это не сказки. Анна, я там попала на регистрацию. На какую регистрацию и где? На лендинге на регистрацию? Ой, а я, может, не такую ссылку, что ли, выслала? Нет, по-моему, я выслала просто как пример своего лендинга. У вас у каждого такой свой есть. Вот. Смотрите, если вы в течение полугода с момента регистрации открываете статус директора, успеваете, да, то есть за, получается, подождите минутку, по итогам 9-го расчетного периода два раза подряд вы подтверждаете статус директора, то ваши 55 тысяч умножаются на 2. То есть вы первый раз получаете 55 тысяч и через 6 каталогов подтверждения еще раз 55 тысяч. Заманчиво? Это не сказка. У нас есть люди, которые получили эти деньги. Компания Faberlic для вас делает все. Вам самое главное – это доносить до каждого своего новичка. Да, там внизу история успеха, обычная с YouTube-канала. Я поместила ссылочку, увеличила ее немножко. Ну, еще надо было увеличить, а то она там некрасиво смотрится. Но вы можете редактировать. То есть быстрый старт – это такая вещь, когда вы за полгода можете открыть любой статус, можете открыть любое звание, даже бриллиантового директора, и все до единого квалификационные бонусы, которые оплатятся на этих уровнях, у вас умножатся на 2. Поняли? Умножатся на 2. Поэтому бонус «Быстрый старт» он действует для всех. Абсолютно для всех. То есть тот, кто пришел 4 месяца назад, проанализируйте себя. Что у вас получается, что у вас не получается. У вас всего лишь 2 месяца, 2 месяца на выполнение 3000 баллов, чтобы вы получили первые 55. Вот прям через... Вот вы сейчас поработаете хорошо, и через 2 месяца вы получаете 55 тысяч. Да? Допустим, вы вышли за 4 месяца на 15%. У вас... Получается, это уже последняя была акция, больше акций не будет. Сейчас с вами просто немножко поболтаем и уже разойдемся. Да, получается 1500 баллов по структуре. И вдруг вы решили нагнать вот за эти 2 месяца эти 1500 баллов. Да? Что получается? Получается, что вы квалифицировались на Турцию, вы получаете первые 55 и вторые 55 через 6 каталогов подтверждения, как обычный квалификационный бонус. А по быстрому старту бонус вы получаете сразу. То есть вместо единовременной премии на 55 тысяч рублей вы получаете 110 тысяч рублей, но они будут одинаковыми суммами. Всем ли все понятно? Скажите, пожалуйста. А какую ссылку вы просите? На лендинг, что ли? Просто это не надо этим лендингом пользоваться. Это мой лендинг. Я им пользуюсь только сама, потому что там ссылка на регистрацию на мою почту. Вам нужно получить свой лендинг. Если у вас его нет, обязательно спросите у наставника. Я вам просто выслала пример, смотрите. И не пользуйтесь. Запись, а сейчас выгружу и вам сюда же могу выслать, и на моем YouTube, конечно же. И расписание вебинаров у нас также с вами есть. Ну что ж, давайте поговорим с вами о том, что компания Faberlic у нас с вами классная.
кто может потерпеть, еще потерпите 2 минутки, и мы с вами будем расходиться. Во-первых, Фаберлик это легально. Во-вторых, он более 20 лет на рынке, что очень-очень надежно. В-третьих, самый широкий ассортимент всех сетевых компаний. Вы начинаете свое дело без вложений рисков с нуля, вам не нужны никакие вложения. Кто считает, что покупать шампунь Фаберлик вместо магазина это вложение? Я вас уверяю, что это не вложение, да, кто так считает. Вот. И далее, конечно же, основатель, президент компании Фаберлик Алексей Геннадьевич Нечаев основал общественную экологическую организацию ЭКО. И на сегодня уже высажено более 10 миллионов деревьев. Вы представляете, какая у нас компания Фаберлик классная. Далее, значит, идет программа «Капитаны России», где обучаются дети вести свой бизнес. То есть они исключают у многих детей вообще понятие найма. Найма, да, то есть исключают, делают детей успешными сразу, пока еще их не испортили, да, в школе, в вузе и так далее. Центр научных разработок, который принадлежит компании Фаберлик, имеет 34 собственных патента, это очень важно. Собственное производство – это 300 миллионов единиц продукции в год. Общая площадь своего завода в Москве – 35 тысяч квадратных метров. Также наша компания «Фаберлик» внесена в госреестр предприятий, производителей экологически чистой безопасной продукции. Вот, почему нам доверяют? Да, конечно же, вы понимаете, что у нас, во-первых, РСТ, во-вторых, эта продукция не тестируется на животных, третье, это стандарт GMP, да, то есть это самое высшее квалифицированное оборудование, которое только может быть на сей день, стоит на заводе компании Фаберлик, на личном заводе. Далее, значит, экологичная продукция, мы с вами входим в ЭКО, и это нужно знать, и система менеджмента качества декоративной косметики. Это тоже очень-очень важно, да, то есть мы сотрудничаем с заводом Интеркросс, который находится в Италии, это тоже нужно знать. Как раз по заданию марафона? Отлично! Также с нами сотрудничают мировые эксперты, да, то есть это Пьер Бурдон, Тома Фонтен, Бертран Дюшефур, Дельфин Леба, это парфюмеры, да, и, конечно же, дизайнеры, мировые дизайнеры, да, Александр Рогов, Алена Ахмадулин, Валентин Юдашкин. Ну, вы представляете, какие это имена, это круто, с нами хотят сотрудничать. Конечно же, тут до 2017 года, в 2018 году, сами знаете, наград у нас прибавилось еще больше, но вы посмотрите, какие награды, да, то есть лучшее обслуживание, FIFA Russian Awards, да, то есть огромное количество различных наград, которыми мы можем только гордиться, да, то есть, конечно же, бизнес в 51 стране, простите, тут неверно, по 52 или 51 у нас страна, не 42, да, то есть можно строить, да, 15 категорий продукции, вы представляете, 15 категорий, это же вообще, это, да, одежда, обувь, да, то есть какие еще есть категории, давайте, помогайте, у меня уже голова не работает после 1,5 часов вебинара. Маде Инс Юдашкин. Да, то есть вот, да, то есть получается. Далее, конечно же, компания Фаберлик проводит ежегодные сборы директоров. С уровня подтвержденного директора вы можете прилететь и быть в числе счастливчиков, которые побывают на Международной ассамблее Фаберлик. Мы там были уже 3 года подряд. Я очень рада, мне очень хочется, чтобы следующая ассамблея была бы в Питере, потому что Питер красивый город, вот. Далее, значит, конечно же, овации, все чеки на сцене, торжественно, под музыку, вам хлопают, вам аплодируют, да, то есть вам завидуют, вами гордятся ваши наставники и так далее, это круто. Конечно же, путешествия за счет компании. Мы были и в Шри-Ланке, и в Доминикане, и сейчас мы выполняем условия на поездку на остров Бали. И это все действительно так оно и есть. Вот, далее, значит,
Так, это уже было. Это уже было. Также компания сотрудничает с кинологическим центром «Солнечный пес». Это помощь детям с ограниченными возможностями. Вот. Также садит деревья, как мы уже с вами поговорили об этом. Садит деревья. И вы тоже можете вместе с компанией посадить дерево, если вам захочется. Но самое важное, мы с вами должны понимать, что рост наших новичков зависит от нас. И всегда, по сей день, сколько бы я ни росла, я делаю огромный упор именно на акции, делаю огромный упор именно на подарки. И вы знаете, очень хорошо растет структура, именно если вы будете дотошными, вы будете до каждого человека доносить подарки. И это очень-очень важно. Ну и сейчас, пусть меня никто не ругает, я хочу вам поставить полет на парашюте над океаном. Кто его видел? Пожалуйста, это мы летали с Рубиновым директором Джахангиром. Вот. Ссылочка будет, да, я сейчас выгружу, с Рубиновым директором Джахангиром. И вы знаете, это была любительская съемка с обычного телефона, но мне хочется передать хотя бы 8 минут восторга нашего 10-дневного пребывания в Доминикане, и чтобы вы обязательно поехали, ну хотя бы не на Бали, но хотя бы в 2019 году вышли бы на золотого директора и поехали бы с нами в экзотическую страну мира, потому что компания Фаберлик организовывает крутые мероприятия в экзотических странах мира абсолютно бесплатно в пятизвездочных отелях, и это доступно каждому абсолютно, и это все правда. Ой, я не пойму, что такое автодоставка. Мне непонятно. На пункте выдачи, скорее всего. На пункте выдачи. Итак, сейчас минуточку. Материалы. Так. И сейчас я вам тут же, пока вы смотрите этот фильм, я вам вышлю запись. Запись вебинара. Ну что ж, всем приятного просмотра. Наша очередь идем по России.